Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть Paint the Town Red, смотреть новые, как обычно, ребята, интереснейшие уровни я для вас отыскал, в общем-то, очень-очень прикольный уровень, сегодня может быть даже еще бонусом один грянем уровень, Шанхай Шоудаун, называют Шоудаун, вот так называется, в общем-то, шанхайские разборки, я бы, наверное, бы так бы назвал этот уровень, и мы сегодня отправляемся, дорогие друзья, в фильм, грубо говоря, фильм, которым у нас, в принципе, автор хотел создать часть, так скажем, ну, чтобы мы ощутили себя как будто бы в фильме. Через несколько часов после самых первых событий в фильме «Храм судьбы» Лао Чэ вернулся обратно в клуб Оби-Ван, чтобы дождаться нового гостя. Этим новым гостем буду я. Ребят, вот такая краткая предыстория. Здесь будет замечательный музончик. Я не знаю, будет на нее авторское право или нет, но... В общем, мне очень-очень понравился, я решил его оставить. Ребят, ну что ж, если нравится Paint the Town Red, и вы ждете новые прикольные уровни прямо сейчас, ребята, жмите лайк. Прямо вот сейчас нажимайте ваш царский крутой лайкос, и, соответственно, мы будем начинать. Ну что ж, мы же находимся в замечательном клубе. Крутом клубе, он там наверху босс. А здесь у нас танцевальная группа, видите, как все синхронно танцуют, у кого что в руках, у кого там... Все в костюмчиках, видите, да, с оружием есть некоторые товарищи. Тут у нас группа, их называют адские псы, что ли, как-то так, по-моему, да. Я тоже вычитал с нунчаками, видите, вот ребятки с нунчаками, это определенная группа. Довольно известная, видимо, да. Так, ну и, соответственно, читаем дальше. Ясно, кажется, что кто-то не успел починить большое боковое окно. Я не знаю, о чем это он пишет, автор, но, по крайней мере, следующее шоу уже представлено вам вживую на сцене. Это «Адские псы» с нунчаками. Да, действительно, он про них пишет. Вскоре вы замечаете, что Лао Чэ не из тех людей, которые явно что-то пробуют. Пробует, не знаю, вы можете увидеть его от вооруженного сайдмена. Короче, ладно, ребят, будем сейчас разбираться. Здесь какой-то, здесь есть боссы. Короче, 99 врагов вместе с боссами. Будут какие-то секретные оружия. Можно будет здесь найти. И что мне еще, кстати, вот интересно вот тут, наверное, погулять. Я думаю, что посмотрите. Ребят, обратите внимание, это какой-то новый вид музыкального искусства барабанными палочками по роялю. Ребята, это, вот это дар, друзья. Я думаю, что это определенно надо заценить лайком, потому что парень, видите, вот прям старается, он отжигает, он для нас, ребята, играет, видите, да? Палочками, барабанными палочками по клавишам. А вот этот вот чувак все правильно делает, видимо. Просто было два барабанчика, пианиста не было, поэтому посадили вот этого второго барабанчика за рояль. И что делает, то умеет, ну, в принципе, неплохо у него получается. Получается нормально все. Так, давайте здесь глянем, что у нас братва сидит, видите, все с ножами, все очень серьезные люди, кстати, с усиками, видите, новые скины с бородками, у нас появляется новый персонаж, давайте заберемся наверх. Здесь у нас находится самый, видимо, возможно, главный босс, босс всех боссов, все с нунчаками, это прикольно. Today show held down the, with the nunchakes, с нунчаками, что-то, короче, шоу, короче, будет с нунчаками. Ух ты, прикольно, прикольно. Там различные комнаты какие-то у нас здесь, видите, чертик нарисован. Блин, сколько здесь различных комнат? Серьезно? Какие-то здесь разные отсылочки, видите, ножи где-то спрятаны. Короче, куча всякого разного оружия. Мы просто пока ходим по кабинетам, я реально уже начинаю... Я могу заблудиться здесь, серьезно, я просто могу заблудиться. Ребята, вот эти вот отсылочки, это к чему? Если вы что-то, друзья, заметили... То, что я не заметил, то обязательно пишите, пишите, пишите в комментариях, интересные отсылочки и так далее. Тут у нас что-то... Тихо, тихо, тихо. Так, ну... Опа, опа, секрет... Секретная комната! Неужели я ее нашел? Ребят, неужели... Что здесь написано? Что... He is God. О, он бог! В смысле? Вот этот чувак, что ли, это бог? Смотрите. Ребят, какая секретная комната. Тут у него комната, тут у него в комнате спрятаны, может быть, кнопки какие-то. Он бог, здесь написано, не знаю, что бы это значило. Мне нужно отсюда выйти срочно, потому что, блин, если он бог, то... Оба! Открылись двери! Друзья, чего? Я не все кнопки нажал? Я могу туда пройти? Я прохожу, иду до стрелок. До стрелочек там двери. Ребята, здесь автор писал, что здесь какой-то будет секрет. Возможно, я его нашел, я не знаю точно. Но что-то мы однозначно откопали. Так. Ё-моё! He is God! Он бог!
Посмотрите! А, вон чувак-бог! А, ребят, мы нашли бога! Обалдеть, смотрите, роботы ему кланяются, видите, это какие-то типа роботы или создания какие-то. Ему кланяется, а это вот... Слушайте, это с Fallout, ребята, отсылка, это же тот самый робот, помните, летающий робот. Ребят, напишите прямо сейчас в комментариях, действительно, это же отсылочка к Fallout, что ли, как-то так. Вот, по крайней мере, вот этот вот троногий летающий робот, это точно отсылка прямо к нему. И бог, опа, понеслась. Я взял меч. Так, погодите. А, тут у нас какой-то... Тут еще, может, что-то можно нажимать. Подожди, там, по-моему, бой начался. Ребята, ну там бой идет. Может быть, здесь лифт откроется. Короче, вообще, жесть, я такого еще уровня серьезно не видел. Это прям вообще круто. Я в шоке, что происходит. А, ну, прикольно. Мне понравилось. И мы возьмем сейчас самый крутой меч и пойдем дальше. Посмотрим, что там у нас происходит. Бежим сюда, потом вот сюда. А здесь у нас двери, видимо... Загорожено? Воу. Этот кабинет у нас не работает, наверное, да? Давай-ка попробуем сюда зайти. Я не знаю, этот бог все спит или нет? Тут еще какой-то товарищ, он просто спит. Так, это куда? Можно, может, зайти? Может... Уба, чувак! Chairs kill people. Типа убийца стульев, что ли? Что-то такое, я что-то не понял. Ребят, возможно, какие-то интересные отсылочки, может... Не все понимаю, но стараемся разобраться. А, заходим в разные... Здесь очень много различных кабинетов. А, люди здесь сидят, бильярдный стол среди бильярдист. А, видимо, этот чувак любит реально бильярды, обожает. А, в этой комнате что у нас? Черт, убийца стульев опять. О, у него, может, какое-то оружие будет прикольное, а? Так, интересно, сколько здесь различных секретов и комнат? Прикольно, сотрудников очень много, каждый со своими какими-то фишечками, плакатами у многих висят в кабинете, плакаты, здесь у нас какой-то проход, здесь еще босс, оу, здесь идет какое-то собеседование, здесь у нас какие-то разговоры идут, которые нам, в принципе, не нужно туда заходить, здесь что у нас такое, оу, дробаш, вход запрещен, видите, да? Вход запрещен. Если начнется заруба, там, видимо, будет очень много оружия. Мы нашли интересную лазейку, где оружие, в принципе, есть. И это хорошо, надо, ребят, запомнить, где это находится, чтобы в случае чего мы сможем, в принципе... Оп, ты, туалет, подожди. Flapless was here. Что такое flapless? Я не знаю, окей. Надеюсь, это не что-нибудь неприличное. Так, идем дальше. Это у нас что такое? Это у нас еще одна комната. Сегодня какое-то соревнование будет с нунчаками. Мы выходим отсюда. Это у нас... О, это выход на улицу. А, можно вообще, друзья, можно сейчас, в принципе, сесть на вот этот мотоцикл и уехать отсюда. Мы, в принципе, можем свинтить в любой момент с этого уровня. Не нужно его однозначно... проходить полностью. О, а это куда нас привело? Блин, там, короче, какая-то дверь. Там какой-то... Там можно туда как-то забраться или оттуда спрыгнуть. Посмотрите, за нами бежит друг. Дружбанище, ты куда? Куда он уходит? Эй, чувак, ты куда бежишь? Серьезно, он как-то змейка бегает. Что он хочет? Мы его спасли или мы ему дали возможность выйти? Это, видимо, бог. Он идет именно куда-то вот сюда. Где? Прошел сюда и обратно. А, видимо, если мы сейчас начнем, устроим здесь зарубу, ребята, нужно, наверное, пора начинать. Я предлагаю сейчас устроить зарубу, мы просто уже много чего посмотрели. А, пройти вон ту сторону я не могу, там как-то RCC, как-то так, наверное, правильно читается. Здесь еще различно много кнопочек разных, может быть, это как-то у нас где-то что-то сработает. Нажимаем все. Может, откроет какой-то нам дополнительный секретный момент. Здесь проходная прикольно сделана. Давайте пройдем еще что-нибудь, посмотрим. Не, на мазончик, конечно, жжет очень жестко. Жжет жестко. По-другому сказать сложно. Ну и что же, ну, я предлагаю... А, вот, ребята, вот. Если что, можно точно отсюда выпрыгнуть. Можно же, да?
Видимо, отсюда можно, если что, выпрыгнуть. Ну что ж, я предлагаю, ребята, строить зарубу. Мега-зарубу. Я хочу, наверное, начать с вот этого главного босса. Сейчас мы его вот как-то... Бэм! Вот так вот понеслась, посмотрите. Эй, нашего же... Сразу же товарищи начинают бить. Так, 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 так. Ой, здесь какая битва-то, а? Сумасшедшая. Так, ну что ж. Ребят, пошла тема, да? Хорошо, что у нас есть крутой меч. У нас еще есть дробашек. Там, если что, будет у нас дробашило. О, кстати, у нас этот... Нет, давайте музыканты оставим на потом, потому что я думаю, что, в принципе, они молодцы. Они, в принципе, вообще красавчики. И мочить их нужно будет в последнюю очередь. Если вообще будем мочить, может быть, они хорошие. У меня меч ломается. Друзья, начинается сейчас самое интересное, самое сложное. Нам нужно найти оружие и выжить здесь. И, черт возьми, это непросто, потому что туда я вижу огромное количество различных самураев. Хватаем стулья. Берем нунчаки, тут нунчаки есть. О-о-о, отпрыгиваем тут же моментально. Посмотрите, наш дружбанище просто валит всех на раз-два. Он прям с одного удара всех убивает. Это прямо, наверное, грандиозная должна у нас быть победа, если мы сейчас тех здесь затащим. Это будет вообще прямо очень круто. Я смотрю, здесь музыканты с нунчаками, они прямо лютые товарищи. Тут с нунчаками-то не всех и мочканешь. На самом деле, что-то они прям вообще жесткие. Прямо очень жесткие, ребятки. Смотрим, что у нас на полу валяется. У нас есть кинжал. Забегаем на сцену. Я предлагаю устроить здесь заварушечку на сцене. Эйдж! Ах ты, зараза! Блин, он все-таки, вот видите, в длинном прыжке этот вот... Они такие, слушайте, хардкорные. Прямо у нас сегодня будет хардкорный уровень, друзья. Я надеюсь, вы нас поддерживаете лайком. И автора, и меня. Сегодня прямо, как всегда, ребята, жжем. У этих ребят, что-то я помню, тоже было, по-моему, да? Ой-ой-ой, они, посмотрите, за мной прям толпа бежит. Я даже не знаю, что мне, как от них отбиваться-то, а? Просто кидаясь в них стульями, чтобы как-то мне немножечко уцелеть. Может быть, наверх нужно за... О, нунчаки возьмем здесь. Спрыгиваем сразу же моментально. Посмотрите, они сразу валят просто моментально. Чувака закидываем на сцену. Так, битва идет. Я, кстати, не знаю, где наш дружбан-то. Подожди, а, вон он где-то. Слушай, вот тут окружило целое толпище. Отходим, отходим, отходим. У меня здоровья совсем мало. Ребят, одна всего лишь одна ошибка, и все. И мы проиграем. Здесь в Paint the Thunder не прощает вообще ошибок. Валят просто на раз-два. Я знаю, поэтому вы и любите Paint the Thunder, потому что она хардкорная. Потому что здесь обязательно какой-то трэш происходит. Именно поэтому, друзья, вы ставите лайки. Ну и, соответственно, именно поэтому мы обозреваем дальше новые серии, новые возможности. Я думаю, что нужно бы пройтись, наверное... О, здесь вообще тихо и спокойно, я смотрю. О, слушайте, побежали за дробашом. Побежали за дробашиком. Здесь вообще все хорошо, посмотрите, все нормально. Где-то здесь, по-моему, был дробаш. Два патрона, блин. Нет, ну что так мало-то, ну? Ну серьезно, что так мало-то, я не пойму ничего. Бам! И здесь народ согрелся, ха-ха. Да, вот так вот. Слушай, они сюда уже прибежали. Они могут со всех сторон сейчас обойти меня, правильно? Тихо, 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 тихо. Спокуха, спокуха, спокуха. Отходим. Блин, тут чертов лабиринт. Как отсюда выбраться? Я, кажется, выбрался немножечко, да? Но мне бы какое-нибудь оружие... О, я нунчаки взял опять. Ну-ка, здесь у нас еще родной какой-то товарищ. Тихо, 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 тихо. Здесь на сцене битва продолжается, шоу не останавливается ни в коем случае. Ну-ка, барабанщики-то что у нас? Музыкантов тоже, конечно, начали уже гасить. Конечно, а как же? А как же, ребята, нужно музыканты тоже должны у нас участвовать. Они тоже очень хотят поучаствовать в этом деле. И мы им дадим вот такую...
все это время, он меня преследовал, я знал. О, здесь у нас есть босс, все, окей. Я как раз его искал, потому что, думаю, смайт надо обязательно делать именно на боссе. Так, раз, двас, трис. Четырис. Тихо, отходим. Фу. Это было жестко. Так, согрели босса немножко. Проходная у нас пока нормально. Проходная, ничего не знаю, что у нас тут пол отеля перебилось вообще там в усмерть. Нормально, нормально, нормально. А здесь у нас... Ага. Кстати, посмотрите, за ним идет мой дружбанище. Что он с ним сделает, а? Вот, например, он его как-то... О, ну, смотрите, валь, это его нехило. Вот это у нас... Это, видимо, самый крутой охранник, да? Его даже меч не берет. Ребята, его даже не берет меч. Что с ним делать, а? Черт, они меня... Меня могут окружить, уходим. О-о-о-о-о-о-о! Сваливаем, 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 сваливаем. Давай, давай, давай. Тут еще, посмотрите, какой отельчик-то прям... Довольно большой. Ну-ка, родимый, с мечом у нас тут бегает. Ой-ой-ой, отходим. Ну, самые сейчас лютые товарищи остались. Нужно найти нормальное оружие, и мы их грохнем. Готово, готово. Слили еще одного. Я нашел здесь самурайский меч в этом месиве. И мы сейчас попробуем добить остальных. Кто-то у нас еще остался, который у нас еще не занят и вообще абсолютно ничем. Так, валим, валим, валим. Тут у нас со спины могут у нас людишки подойти. Блин, самурайский меч вообще зачетный. Вообще очень классно. Отходим, отходим, отходим. Я мог застрять там. Я мог там застрять. И самое опасное, это самое обидное, это застрять где-нибудь вот в каком-нибудь большом зале. Есть берсерк у меня открылся. Так, чуваки, блин, у вас меч у меня сломался. Очень классный. Вы чё, ё-моё, блин, сломали такой меч шикарный. Вы как вообще так? Так, у нас есть стул. Что-нибудь оружие есть более достойное, чем стул? Стулом биться невозможно. Ну, можно, конечно, затащить, но, блин, крайне трудно с поварами. У нас повара пока еще стоят, они какой-то крутой торт готовят. Ух ты, друзья, я нашел плакат Kill the Player. Типа, вот, по-моему, вот этому дядьке, которого мы бахнули, да? Ему было написано, что типа убей плеера, ну то есть как бы меня получается, игрока, убейте игрока. То есть задание этому NPC получается, дали вот так, именно вот такое, ребята, представляете, да? Вот это угар, вот это конечно, такого я не ожидал, конечно, вот это да. Последние людишки. Ну что, повара пошли, да? Повара. Очень опасные ребятки, повара, повара, лютые товарищи. Устроим немножко берсерка. Давайте попробуем берсерка, главное, чтобы с первого раза получилось. Отходим, нифига себе. Так, есть одного повара. Еще по одному попали. Воу, 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 отпрыгиваем. Тут аккуратно, нельзя пропускать вообще ни единого ударчика, даже малюсенького. Даже маленького вообще. Ну никак нельзя, никак. Так, что-то у нас есть, оружие какое-нибудь есть. Повара зверские, ребятки, нужно с ними очень быть аккуратными. У меня есть для них маленький сюрприз, у меня есть замечательный меч. Который... Который должен по мне помочь победить. И... Осталось сколько народу? Смотрим, 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 заходим. Ой, какой красивый тортище. Какой красивый торт, а? Где все остальные? На проходной еще, ребятки, есть, да? Бам! Воу, тихо, тихо, тихо. Вот тут я бы мог сейчас прямо опростоволоситься. Очень сильно. Чувак у нас по лестнице покатился. Ну-ка, на улицу погнали. Так. Где-то мотоцикл мой припаркован. Беги, 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 беги. Друзья, здесь по-любому есть какие-то секреты. Обязательно мне напишите. Либо сам автор может написать, если вдруг мы что-то не увидим.
не пройдем какие-то секреты, потому что людям будет очень интересно узнать какие-то, может быть, секретные лазейки, что-то интересное такое, где что-нибудь открывается, вполне возможно, если вдруг я это не найду. И последние ребятки, это вон в комнатах сидели. Вы помните комнаты, да? Мы смотрели, там вот как раз там и братва и была. И там их довольно много, человек, наверное, 7, я так думаю. Так что ищем что-нибудь прикольное, что-нибудь интересное из оружия и начинаем сражение. И у нас практически последний сейчас стоит с ледишки. И с ноги пробиваем. Бам! Вот так вот красивенько. Еще ударище. Берсерк используем. Так, по-моему, все. По-моему, мы всех заметили. Это было мощно, ребята. Это было очень мощно. И ищем еще двоих человек. Я не знаю, мы их найдем или нет. Кто-то еще где-то спрятался. Ну что, дорогие друзья, я, в принципе, все, наверное, прошел. Я не знаю, где-то еще два человека заныкались. Возможно, в какой-нибудь секретной комнате, где я их не могу найти. Если вам понравился уровень, и если есть что, ребята, написать в комментариях, то обязательно пишите. С удовольствием читаю ваши комментарии. Ставьте лайк, если ждете новую серию, новые уровни. Отдельный респект хочу сказать авторам, которые создали этот уровень, автору. В принципе, очень интересный, прикольный. Про секреты напишите обязательно в комментариях, если я вдруг их не увидел. Я знаю, что-то, что-то здесь еще есть по-любому. Ну и, соответственно, ребят, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Жду вас всех на своих стримах, ребята, на прямые трансляции на моем Twitch-канале. Ссылочка находится внизу или в комментариях, я часто их закрепляю в комментах. Ребята, там мы общаемся каждый день с подписчиками, практически каждый день идут стримы. Всем счастливо, хорошего настроения, с вами был Родригес, и всем пока-пока!